как-нибудь нормально, что. Пускай тоже думает о Боге, когда готовит. Если он думает о Боге, то неплохо. А если не думает, то это то же самое. Просто есть одна проблема. Мужчине, когда он готовит, гораздо тяжелее думать о Боге. Потому что когда он готовит, он хочет жрать. Потому что чувство голода у мужчины, оно другое, не как у женщины, понимаете? Оно имеет агрессивную природу. Вот женщина, когда готовит, допустим, она может тоже кушать хочет, но она, у нее в сердце желание позаботиться о близких, поэтому она готовит. И если это чувство позаботиться о близких, оно более возвышенное, чем просто жрать. Понимаете, думаете, он для вас готовит? Он по-любому готовит, чтобы жрать. Понятно? Так устроен мужчина. Вот. Вам не приносит удовольствие готовить, это другая тема. Но я говорю сейчас о том, что если человек готовит не для Бога, то разрушается семья, потому что в нее входит карма. А если человек готовит, думая о Боге, то наоборот, семья укрепляется. Что касается, как бы, о чем думать. Вот смотрите, есть реальная история, это история из Вед. Один мальчик, он потом стал наставником для всех, понимаете? Маленький мальчик, 5 лет. Папа пошел на рынок, говорит: сынок, вот я приготовил пищу, тоже как бы, мужчина может готовить нормально. Говорит, я приготовил пищу, пожалуйста, освети ее, поставь на алтарь. А он говорит, сынок, говорит: папа, а что значит осветить? Ты поставь на алтарь и проси Господа, чтобы он покушал. Мальчик начал просить Господа, чтобы он покушал, а Господь не ел. И мальчик начал плакать, и он долго это продолжалось. Он плакал, просил, и Господь съел всю пищу. То есть там ничего не осталось. И когда отец пришел, он говорит: а где пища? Он говорит: папа, ты же спросил, чтобы Господь съел. Но он долго не ел, как бы я... Просил, просил, потом начал плакать, он съел. Но он решил второй раз на рынок пойти, и потом он не пошел, он начал подглядывать. И он видел, как молится его сын, он был в шоке. И Господь не ел, и сын уже начал белеть просто от вот этой молитвы, и он, ну, перестал подглядывать, и в этот момент Господь все съел. Что он не имел права смотреть. Ребенок имел право смотреть. И потому что ребенок был святым с рождения. После этого папа решил как бы сделать ребенка наставником своим. Потому что он понял, что он старше духовно, чем он сам. Такая история.